Волгограде завершились игры в рамках школьной футбольной лиги, которую уже 8-й год подряд проводит компания «Радиш». Целую неделю ребята из всех районов города сражались за право выступить в финале. И вот в последний день турнира на поле встретились лучшие из лучших – юные спортсмены из Кировского, Дзержинского и Ворошиловского районов. Это, так сказать, селекция ребят, которые смогли бы в дальнейшем уже профессионально заниматься. Поэтому вместе с компанией «Радиш», вместе с Юрием Владимировичем Сударевым мы 7 лет назад приняли решение, что мы будем вместе поддерживать турнир этот, чтобы у нас были хорошие призы, чтобы у нас были стимулы определенные. И нам важно, чтобы ребята были заряжены футболом, чтобы они смогли видеть кумиров своих спортсменов, чтобы они меньше сидели за компьютерами, за гаджетами, чтобы они действительно физически и нравственно развивались. В этот раз в борьбе за первое место сошлись чемпионы прошлого года, ребята из Дзержинского района и ежегодные финалисты турнира, команда из Кировского. Игра была накаленной, но победил все-таки сильнейший. Со счетом 4-1 выиграла команда из 101-й школы. Соперники не давали вообще пройти к ним ворота, но мы умудрились забить 4 гола. Ребята уже были победителями школьной футбольной лиги в прошлом году и отстояли свой титул в этом. Как признаются сами юные футболисты, залогом их успеха стали сплоченность команды и большая ежедневная работа. У нас команда сплоченная, мы не первый день видимся. Они знают, что выполнить на поле, что я от них требую. Поэтому результат, это, вот, я считаю, залог наших тренировок. Ну и, конечно же, я очень рад, что мы выиграли. Мои любимые, мои родные футболисты, я их люблю и обожаю. Они умницы у меня. В прошлом году команда победителей 101-й школы выиграла не только кубок турнира и памятные призы, но и поездку в Москву на матч Лиги чемпионов ЦСКА «Рома». Какое путешествие ждет ребят в этом году, организаторы школьной лиги компания «Радиш» пока не раскрывает. Однако точно известно, что юные волгоградские футболисты вновь бесплатно отправятся на матч большого футбола. Поздравляем команду победителей и желаем ребятам удачи в дальнейших спортивных достижениях. Анна Муслимова, Виктория Браун, Виктор Хиврин, телеканал «Волгоград-1».